Говорит Юрдан Стайков по имени отчества Николаев. Передаем сведения для нашего президента, нашей путь. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, господин президент, нажмите уже эту красную кнопку. Если там сейчас у вас чемоданчик, то сделайте это сейчас, пожалуйста. Надо закончить раз и навсегда все эти уроды. Вы, может быть, не понимаете, но что? Ничего не сделать невозможно. Поверьте мне, здесь не осталось ничего. Все надо сгореть. Раньше лучше. Я это правду говорю. Вы понимаете, что это какой-то рак, а не все. Это уродливая ткань. Это уроды, которые ты их спасить не сможешь. Это невозможно. И дети у них спасти это невозможно. Как сможете спасти дети от их родителей? Это Калса пердута. Давайте закончим уже все это. Боги, они думают, они да, говорят, ты нас не позволяешь, чтобы мы могли быть такие, какие мы хотим. Это означает, что убить меня сам собой они хотят закончить. Ну давайте тогда. Я это буду наслаждаться. Ну давайте, хочу видеть, как это идет. Бам! Что-то грандиозное, красивое. Все. Весь ядерный арсенал. Весь. Все. И навсегда. Пожалуйста, поверьте. Если хотите, ну отправьте еще, сколько у вас есть такие, как меня. Чтобы они тоже проверили. Я думаю, что они не будут выдержать и то, что я сумел. Это здесь невозможно. Хаос опять, я вас уже объяснил. Те всех должны. Может быть, знаете, почему они стали такие? За то, что Вторая мировая, они не участвовали. Здесь никто не зачистил так, как надо. Надо их зачистить всех. Очень хорошо. Даже я не знаю. Я до тот момент, как вернулся, я же не видел человеком, которого имел желание оставить его после, оставить его в живых. Нет, я такой не видел, еще не видел.